запомни имя Ассала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Всем привет, с вами я, Олег Ассала. Ребят, по сути, по названию видеоролика, вы уже поняли, что я встал на лидерку и не буду много разговаривать и так далее. Короче, конкретно и по теме, и коротко. Ребят, мой промокод Олег Ассала. Пожалуйста, введите или ник приглашившегося игрока, можете ввести Вито Ассала. У меня ник тут Вито Ассала, не Олег Ассала. Мой промокод Олег Ассала. Вводите на первом уровне, получаете 50к. А на третьем уровне получаете 50к. А с третьего до 6 уровня, когда апаете, получаете 80к. А с 6 до 9 уровня вы получите уже X2 прокачку. Ну, это зависит уже от вас. Активно вы будете сидеть в игре, онлайнить, аккаунт быстрее качнется. Суть такова данного лидерки, ребята. Я не вставал на лидерку 4 года ровно. 4 года, ё-моё. 4. Вы представляете? 4 года я не вставал на лидерку. И много чего я забыл. Но суть этого лидерки в том, что каким путем я попал в гетто. И как я добивался всего этого и так далее. Я хочу, чтобы вы тоже с тем же путем прошли. В чем я? Вы скажете, а как ты попал? Многие, может, не знают, но олдовые подписчики знают, как я попал в гетто. Короче, я всех буду инвайтить. Всех, абсолютно всех подписчиков моих буду инвайтить. Дальше вы обязательно должны сидеть в Дискорде. Я вас добавлю в КФ, чтобы вы знали там, когда капт, когда не капт. Может, изначально я вам сразу дам шанс, чтобы вы попали там в капт состав. А может быть, ребята, я скажу, ребят, знаете что, давайте так договоримся. Первые ранги с такого ранга, может быть, оффаются на капте, чтобы мы поняли, как и в чем дальше нам делать. Ну, я желаю, чтобы вы там, как сказать, проявили себя активно, там, чтобы я чувствовал, знаешь что, этот человек реально хочет мне помочь в чем-то. И в дальнейшем, если у нас будет общение очень хорошее, может, я скину семью. Потому что у нас сейчас семья на данный момент очень неактивен, а мне нужны люди в семье, которые будут мне помогать, играть со мной и так далее. Вот. И, ребят, приятного вам просмотра, как я прошел обзвон, на какие вопросы я как отвечал и так далее. Приятного вам просмотра. Поддержите меня лайком обязательно и напишите в комментариях. Кто придет, кто не придет. Короче, напишите любой комментарий, я буду читать все комментарии. Всех приятного просмотра. Алло, здравствуйте. Алло. Привет. Привет. Че, я что ли уже в очереди? Ну, типа, да. Да. Ну, начинайте. Хорошо. Гнобить, грубо говоря. А че гнобить? Да, вообще-то я первый раз на обзвоне, просто наело, не было обзвонов, там сразу ставили на лидерку. Ну. А там еще Белл какой-то жест показал, я помню. Да. А сколько у тебя этот финн будет на капте, Алик? Финн, ну смотри, ты, учитывая того, что я большое время не онлайнил, ну, сейчас, грубо говоря, все сам ютуберы, они как бы практически берут лидерки ради своих подписчиков, верно? Вот, я думаю, очень много будет. Ну, учитывая того, что у меня есть далеком, там, с 2014 года остались люди, которые играют, ну, они еще придут помогать. Но я беру лидерку чисто ради того, чтобы людям шанс давать. Потому что... Ну, да, у нас правило такое существует. Я не знаю, я честно ваши правила не читал. Честное слово. Да, понял. Я вполне честно с вами. Или чисто это как бы, как сказать, на РП всегда существовал блат, где-то было сложно попасть, верно? И ага. Путем, что как я попал в гетто, это все знают. И хочу, чтобы людям было шанс то же самое проявить себя. Ну, понял. С печеньки на кап состав. Да, а вот смотри. А ты с правилами с нашими согласен? Вот смотри, если сам понимаешь, просто крысы будут.
Да, и да. Быстро можешь до респы слететь. Да, я понимаю. Бывают такие неплохие люди. Постараюсь, чтобы все было под контролем. Ну и учитывая, что типа у меня будет Дискорд. А те люди, которые будут на карте, они будут сидеть в Дискорде. Если кто-нибудь не будет сидеть в Дискорде, чисто я буду ливать. Ну правильно, правильно так и делать. Просто бывают такие, знаешь, гнилые люди, которые подходят, вот как у Сенсета были, подходят к нему, говорят, вот я типа от Сенсета, его берут, а он банится. Да, есть такое, я знаю, я об этом переживаю, грубо говоря, ну, не знаю, я людей когда-нибудь, я учитывая того, если есть дискорд у человека, инвайта будет, если нет у него дискорда, инвайта не будет. Я понял. Я не говорю, что крысов не будет у меня в банде, будут, это такое, где-то состава нету нигде, чтобы крысов просто, не было. Ну просто понимаешь же. Вот смотри, к примеру, да, там те же гнилые люди, они скачают Дискорд, попросят, говорят, что ты печенька просто. Залетая в Дискорд, принимаются там с кучи аккаунтов и просто банятся. Ну, типа, я не знаю, какое правило даже придумать вот с ГС. Ну, подумай. Ну, это как бы не моё проблема, ребят, грубо говоря. Это да, ваша да. Это как бы ваша уже проблема, это ваше правило. Ну вы, да, твое, да, я твое не дело, могу, да. Я не могу своё... правила предложить вам, потому что как бы не имею к этому участность, как бы у вас на сервере есть правила, а вот смотри, а как тебе правила там, к примеру, для ютубера вот самого же, к примеру, там три бана, вот как у тебя, не как ему нормально, ну, типа обычных игроков, а вот прям ютуберские капты, чтобы у тебя были. Три бана одна тера? Да. Ну нормально, ну как бы по олдовому тоже там было один бан и одна тера. Это тоже нормально. Это зависит уже от вас. Как вы хотите, так и сделаем. Для меня разницы нету. Я понял. Ну три бана это, я думаю, слишком много. А если, допустим, человек один бан, допустим, один человек там зашел, чисто читер. Ты знаешь об этом. Он выносит там 10 людей. Ты кап выигрываешь, а ты за него не будешь отдавать теру, потому что у тебя нету три бана. Ну да. Думаю, это правило туповат, если честно. Такое правило. Для меня лично туповат. Насчет варнов, я не знаю, как у вас насчет варнов тут. 10 варнов одна тера или 6 варнов? 7 варнов одна тера. Да. Ну такие правила раньше не было, это как бы новое для меня. Вот чисто я хочу попробовать себе на лидерка, посмотрим, как получится. Просто сейчас я смотрю в гетто и просто, как сказать, люди заходят, как копчатся, уходят на другой сервер, ну на РП будет или не знаю на какой, уходят, они чисто чтобы фрагмувики собрать. Ну да, я именно так и делаю. Это у людей остался с далекой, там, 2012 года, это то же самое я делал лично. Но я большинство свое время я играл на желтом, и когда семья Асала стоял на лидерке, у нас совсем по-другому было. Допустим, у нас капты закончились, у нас не лидер фулил склад один, или девятки, или его сафамовцы, они все фулили склад. Все фулили, все рашили военку, там, ну как бы я эту атмосферу хочу вернуть сейчас в 2К19 в сампе, в котором вообще нету. Ну да, ну вообще молодец, большой молодец, мне нравится. Ну такое желание у меня есть, правда это зависит от людей, я постараюсь максимально сделать, не знаю, если вы меня знаете или со мной знакомы, мои старые видосы, они именно ближе к такому тему подходят, типа... Все для гетто, все для новичков. Те же самые очень много знаменитых людей, которых я брал. Они были бомжами, грубо говоря. Я их брал. Фому поднимал и все. Я хочу, чтобы людям было шанс. Не то, что я ютубер, ко мне подошел подписчик, я его инвайтнул. Нет. Это пусть будет другой человек, левый тип, который играет на сервере, прошел на респу, чтобы... Его не заискашили сразу, чтобы он потом пошел в мэрию, кричал, такая банда, вот такой. Ну, это все надо под контроль взять, чтобы не было такого. Насчет девятых рангов у вас принято 5 девятых рангов. 5, да, да. А если девятый ранг банится или варнится? Ничего не будет. Ничего не будет. Понятно. Да. Ну чё, какие вопросы ко мне?
что я один разговариваю. Да никакие, ну по сути да, со мной разговариваешь и все. Да никаких, вроде нормально все. Нормально. Сможешь сейчас в игру зайти? Да, могу. А ты на какую банду хочешь? На Вагас или на Ацтек? О, серьезно. Ну, оба банды я люблю. Я думаю, mm-hmm. на Вагас, потому что Вагас как бы больше тер... Ну, не знаю, либо Ацтек, это как хотите, для меня разницы нет. Просто на рифе стоит свой человек, как бы... Не хочу я там... Не, а ты с кем коптиться будешь? Так, давай, с кем коптиться, кому вар будешь кидать? Рифе стопудово я не буду кидать, ну... Хорошо. Посмотрим, а вот как тебе грув? Грув? Груву я буду кидать вар, если рифа согласится там по 50. У балласа террории нету. Там парень стоит, он лидерку хочется стоять, просто малой, знаешь, там. И что теперь его стоит. Сидеть, просить, чтобы за него, против него не коптились? Я спрашиваю, с балласом будешь коптиться? Если он мне кинет вар, кинет вар, я буду с ним коптиться, для меня проблем нету. Если у него было бы чутка больше территории, я бы попросил у него голду за такой срок, такой тебе тера, типа. А, ну все, все. Я его не буду. Если он меня кинет вар, базара ноль, чем больше варов, тем больше территории, как бы. Ну да, Пичку не читаю. Ну, раньше такой работал такое. Раньше баг такой работал, слышал, да? Да. Три раза по подушке хлопаешь, короче, там лялька выходит, совка. А давай проверю, подожди. О! Ну все, я говорю, этот байт работал, работает через 40. Давайте в круг. Да убить я по кругу. Ой, я ж тебе сказал! Ну все, это все работало! Грубо говоря. Нету разницы. Это дайте ему скин пиццерии, да и все. Ты еще, сам ты, ё-моё, пиццеришек. Не. Давай, слышишь. Усатик есть, он похож на Вагаса еще. Такой усатик есть. Скин где-то стоит за 100к. По-моему, 100к или 60 с чем-то. Сейчас, давай, сейчас я этот... Сейчас я проверю. Сейчас. Арам просто на Вагасе стоял. 95-й. Попробуй ему. Кулер. Арам стоял на лидерке. Вот такой. Да я понял. На рифе, подожди, или на Вагасе? На Вагасе, на Вагасе стоял. Сейчас я скажу. Подожди, секунду, блядь, YouTube закрыл. Такой нравится, нет? Подожди, секунду. Арам. Все, сейчас тебе скажу, какой это. И штаны. Сейчас тебе скажу. Желтая рубашка. Да, блин, дайте ему этого бомжа, пускай под этим бомжом стоит. Сам ты бомж. Это не тот скин, под который ставили такой скин. Кому-то. Все, Алик, поздравляю тебя. Если слетишь за респу, я тебя убью. Это ты летаешь, а я не летаю. Бля, спасибо. Ну, пришлось попотеть, ё-моё. Ну что, Алик, первая лидерка за 2.5 года. 2? 2.9.1, можно? Говорю, первая лидерка за 2.5 года, да? Какой 2.5? 4. А, 4, да, извини. А, о. Ну что, после давай возвращаем в игру Арама с армией, давай всех в игру. Арам служит, ё-моё. Сейчас... Да я говорю, давай возвращай его с армией. Наиль, скажи свой номер. А, подожди, дай я фраб включу. Подожди, стой, номер свой скажи. Мэн. Чё, тебе 1, какой, 1, вот этот же... 022. Да, вот этот.